Вот так выходить из снега. Джип сильный, но тоже буксует, а? Рома, вот эту машину черную с елкой посмотри, сними. С машины вообще засыпанная в снегу. Эльзик маска. Бабуни носи. Лыжи нету сегодня из самки. Софи, бог. Эй, не в шарах. Неси ты на сотка дул, из рока не ходи в шарах. А, не лепи. Да, плохо. Не лепи, это как кучу можно сделать. Проси нас еще троих, Леш. Пошли, я в шарах. Проси нас троих. Насмерть замерзает. Кровь останавливается. Да, пошли. На холодно. Те, у которых есть некоторые признаки коньяка, они двигаются дальше, слегка обогревшиеся. Ты уже... Забыл, что снимаю? Только мы не бываем, везде мы лепим снежные бабы. Куда только не приедем, даже в Болгарии. Местное население развлекается здесь вылепливанием всевозможных снежных баб. Благо материала подсобного есть валом. Вечерний Банск. Когда холодно, пьем глитвейн, кушаем террас горячий, выигрываем в стрельбу из лука различных животных. Греяно вино, сейчас закажем. Руслан имеет в виду глинтвейн. По-местному греяно вино. И все это в Банске. 9 часов вечера.
Мама! Мама! Один кофе и один гриль. Закрыть. Мы оказались в ресторане в болгарском народном. С каминами, со всеми делами. Со шкурами, бараньями, на сиденьях и на столах. Девушки. Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро, да? Красавчик. Как бы шикарный ресторан, это хорошо, но вот это просто... Не, я не люблю шикарный ресторан. И вечер Банска, 8 марта. Тоже маленькая. Есть грибы параллельные в России. Кто-то так один яблочный сок. А какая картошка вкусная? Какой-то картошка. Я заказал. Нет. Начали прибывать продукты. Соленья царские. Суп таратор, заказанный Русланом. Да. Суп из лесных грибов. Заказаны. И данным. Хотя мы вроде бы находимся в Болгарии, но хороший греческий танец еще никому не помешал. Это уже еврейский после. Это 8 марта вы празднуете? Да, да. Давай!
Итак, наступил последний день съезда с горы. Сейчас мы увидим спуск с горы одного из ведущих лидеров горнолыжного спорта. Тут кусочек горы, но спуск продолжается минут 20. И сейчас... Да! Вот мы видим человека. Кто же это? Это Алла. Да. Вечер седьмого дня. Мы сидим в автобусе и грустим. Мы не грустим. Мы не грустим, да. У нас улыбка. Заканчивается наш горнолыжный тиюль. Прощайте, горы. Прощай, зима. Мы возвращаемся в лето. Артур, я тебе...